Привет, меня зовут Ясмина Алидодова. Я родилась в Таджикистане, но выросла в Дубае, поэтому плохо знаю свой родной язык. На каникулах мама привозит меня в Таджикистан, чтобы я смогла выучить язык и тем самым исполнять песни на родном языке. Также я приехала сюда, чтобы отдохнуть, и случайно узнала об этом проекте. Моя жизнь в Дубае потрясающая. Я учусь в американской школе. Пою, хожу на танцы, изучаю актерское мастерство. Иногда выступаю на показах в качестве модели. Также я изучаю арабский, потому что я хочу петь на многих языках. Я выступала на различных мероприятиях в Дубае, в Москве, в Индии, в Таджикистане. Мои родители поддерживают мои увлечения. Давайте вас послушаем. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand till we far apart. Closer the better. Now we pick and fight. And slamming doors magnify. And all our flaws. And I wonder why. Wonder what for. Why we keep coming back for more. Чувствуется, что вы уже 10 лет поете, есть опыт, даже не волновались, да? Ну, чуть-чуть. Молодец, мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо, что ты так дополнила свою песню движениями, этими всеми танцами. Это очень было прекрасно, и я в восторге. Спасибо. Спасибо. Браво. Спасибо, спасибо большое. Так, Жасмина Алаудин голосует и говорит «да». Спасибо. Ясмина, да, конечно. Спасибо, спасибо большое. Ждем тебя в следующем туре. Да! И я говорю «да», и у вас 4 «да», вы проходите на тур. Thank you. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.